60 ДТП с участием несовершеннолетних зафиксировали в Астане с начала года. В результате погиб ребенок, а 59 детей получили травмы. Такие нерадостные цифры озвучили в столичном ДВД. Чтобы предотвратить аварии, в которых страдают малыши, стражи порядка в течение 2 недель будут проводить акцию «Внимание, дети». Они проверят работу светофоров возле школ и детских садов и будут патрулировать эту территорию. Также детям раздадут светоотражающие ленты и шевроны, чтобы маленькие пешеходы были заметны на дороге в темное время суток. Ну и кроме того, полицейские проведут занятия со школьниками и навестят пострадавших в ДТП детей в больницах. Эти занятия с участием школ перед началом учебного года, на которых детям еще раз напомнят о правилах дорожного движения и о необходимости их соблюдения. Родителей, чьи дети нарушат правила дорожного движения, мы будем привлекать к административной ответственности.